Страшная история произошла со свинкой Пеппой в Турции. Мы пошли в кафе, и ребенок взял мягкую игрушку с собой. Идя по улице, мы заметили очень негативные взгляды людей, не понимая почему, потому что они очень любят детей и каждый раз стараются потискать, потрогать за щечки, а здесь просто люди шли и злобно смотрели. Когда мы пришли в кафе, официант негативно посмотрел на ребенка с игрушкой. До нас дошло, что это Турция, страна, где свинья – грязное животное. И неважно, это живая свинья, мясо или игрушка. Так наша свинка осталась в кафе. А ребенку мы сказали, что свинка улетела в Россию. Вот.